Каждый день врачи областной больницы Мечникова сражаются за жизни своих пациентов. Главное оружие в руках докторов – знания, опыт и, конечно же, качественное современное оборудование. Александр, он получил травму в чумака, в этом резонансном ДТП. Неделю не приходил в сознание. Сейчас появился маленький уровень сознания, и только благодаря хорошей аппаратуре. В этом году Днепропетровская облгосадминистрация выделила около 140 миллионов гривен на закупку современного оборудования в медицинские учреждения области. Благодаря этому больница Мечникова получила жизненно важные аппараты. В больницу Мечникова уже поставлен суперсовременный ангиографический комплекс, который, кстати, нужно сказать, был установлен в рекордно краткие сроки, что позволило пациентам получить доступ к этому методу исследования как можно раньше. На сегодня тоже больница Мечникова получила 8 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это те аппараты, которые выходят из строя, наверное, наиболее часто, учитывая поток пациентов. Аппараты вентиляции легких оснащены новейшим программным обеспечением, позволяющим проводить современные интеллектуальные режимы вентиляции даже самым тяжелым пациентам. Благодаря вот таким дыхательным аппаратам мы можем спасать пациентов, которых раньше спасать мы не могли. С множественными переломами ребер, с ушибом легких, с пациентами, которые были оперированы на легких. Эта дыхательная аппаратура позволяет выживать пациентам с черепно-мозговой травмой, которая раньше считалась несовместимой с жизнью. План закупок оборудования на этот год практически выполнен. Новые аппараты искусственной вентиляции легких получили и другие больницы. В общей сложности область закупила 50 единиц медтехники. На станции переливания крови и в центре СПИДа теперь новые анализаторы, а 4-я городская больница обзавелась компьютерным томографом.